Открытый окружной фестиваль «Конкурс народного творчества «Сердце молодые» состоялся в Доме культуры Фрианово. Конкурс проходит уже 5 лет при содействии администрации городского округа Щелково. В этом году было подано рекордное количество заявок – более 100 из 14 округов Московской, Владимирской области и Москвы. В фестивале приняли участие 30 учреждений культуры и 3 центра социальной защиты. Фестиваль проходил в 5 номинациях – декоративно-прикладное, вокальное, танцевальное, инструментальное и литературное творчество. По итогам конкурсного дня творческие коллективы Дома культуры Фрианово завоевали несколько наград. Танцевальный коллектив «Задоринки-Назаваленки» и хор русской песни «Русские узоры» стали лауреатами первой степени в номинации «Танцевальное и вокальное искусство». Народный коллектив ДПТ «Кудесники» – лауреаты второй степени и третий в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Евгения Корысько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.